Перед Новым годом в режиме нерегулируемого перекрестка заработал светофорный объект в поселке Мамулино. Напомним, он установлен для новой школы. 17 октября он появился на перекрестке улиц Оснобрюкской и Дружинной в микрорайоне Мамулино. Долгое время он был выключен, однако перед праздниками его подключили к сети. Сейчас светофорный объект работает в режиме желтого моргающего сигнала, предупреждая водителей о приближении к нерегулируемому перекрестку и готовности предоставить преимущество в движении пешеходам, переходящим здесь по зебре проезжую часть. В ближайшее время светофор будет запущен в полном объеме.